Зачем мне идти к психологу? У вас могут быть самые различные ситуации. Вы пережили какую-то травму, или переживаете, или находитесь в деструктивной ситуации. Вы испытываете эмоции, вы испытываете какие-то переживания, ваши мысли деструктивны, и они формируют нехорошие, неэффективные установки. Происходят различные болевые ощущения в теле, психосоматика. Или уже еще хуже, если у вас уже начались болезни, на любой из этих стадий вы идете к психологу. Возможно, что вы знаете, что с вами происходит, и вам нужны конкретные инструменты к действию. А вот если вам нужны конкретные инструменты к действию, то, скорее всего, либо же вам нужно идти к коучу, либо же психолог поможет вам разобраться, понять и уже после этого помочь вам сформировать другое отношение к проблеме.